Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы! Победа колоссального исторического значения для судеб всего мира. С праздником, который был, есть и будет для России, нашего народа, священным. Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм. Наш по праву наследников поколения победителей. Поколение, которое мы чтим и которым гордимся. Дорогие наши ветераны, мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа. Благодарим за бессмертный пример сплоченности и любви к Родине. Вы доказали, что только вместе можно достичь, казалось бы, невозможного. Одолели беспощадного врага, защитили свой дом, детей, родную страну. Одержали над нацизмом безоговорочную победу и прославили в веках 9 мая 1945 года. Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один. Один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к победе. Бился насмерть. На всех рубежах. В жесточайших боях на земле, на море, в небе. Люди всех национальностей, вероисповеданий сражались за каждую пять родной земли. За подмосковные поля, карельские скалы и перевалы Кавказа. Леса Вязьмы и Новгорода, за берега Балтики и Днепра, волжские и донские степи. Доблесть советских воинов, несгибаемость мирных жителей увековечены в высоком звании городов-героев Москвы и Ленинграда, Минска и Киева, Сталинграда и Севастополя, Мурманска и Одессы, Керчи и Тулы, Новороссийска и Смоленска. Нерасторжимость фронта и тыла обеспечивали все необходимое для фронта и для победы. Делали все на заводах Поволжья и Урала, Сибири и Дальнего Востока, в городах Казахстана и республик Средней Азии. Мы помним и тех, кто даровал кровь поддерживал тех, кто оказался в эвакуации, был вынужден покинуть свой родной дом. Сегодня мы отдаем дань памяти и благодарности всему поколению великих героев и тружеников. Вспоминаем фронтовиков, храбрых партизан и подпольщиков. Непроходящей болью отзываются в нас муки жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей. Неисчислимые трагедии людей на оккупированных территориях. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которые ушли от нас. Объявляется минута молчания.
Дорогие друзья, в этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в нашей истории. Враг напал на нашу страну, пришел на нашу землю, чтобы убивать, сеять смерть и боль, ужас и несметные страдания. Он хотел не только свергнуть политический строй, советскую систему, а уничтожить нас, уничтожить как государство, как нацию, стереть с лица земли наши народы. Ответом на вторжение нацистских полчищ стало общее, грозное, неодолимое чувство решимости отразить нашествие, сделать все, чтобы враг был повержен, чтобы преступники, убийцы понесли неотвратимое и справедливое наказание. Советский народ исполнил эту священную клятву, отстоял родину и освободил страны Европы от коричневой чумы. Вынес нацизму исторический приговор и мощью оружия на полях сражений, и силой своей нравственной человеческой правоты, жертвенным мужеством солдатских матерей, верностью тех, кто каждый день ждал от родных весточки с фронта, той силой добра и любви к ближнему, которая испокон веков в нашем национальном характере. Его великим воплощением стал подвиг врачей и медсестер, которые спасали раненых, боролись за каждую жизнь и на передовой, в самом пекле, и в госпиталях на фронте и в тылу. Но тогда, в 1941-м, впереди было еще 4 года самой кровопролитной войны. Она била по будущему, по молодым, совсем юным поколениям, а значит и по тем, кому так и не суждено было родиться. Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии. С легкостью перечеркивались соглашения, призванные остановить сползание к мировой войне. История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Наш народ слишком хорошо знает, к чему все это ведет. В каждой семье свято хранится память о тех, кто отвоевал победу. И мы всегда будем гордиться их подвигом. Россия последовательно отстаивает международное право. При этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы. Обеспечивать безопасность нашего народа. Надежные гарантии тому доблестные вооруженные силы России, наследники солдат Победы. И, конечно, наша совместная работа ради развития страны, ради благополучия российских семей. Наши ветераны, их судьбы, их преданность Родине – это пример для нас, вершина, к которой мы должны стремиться. И утверждать значимость, ценность грандиозной победы в наших помыслах и поступках, в наших делах и будущих свершениях во имя Отечества. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура!
Свиному маршу! Побатальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо! Остальные направо! На плечо! Равнение направо!